Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю очень вкусное и простое блюдо – куриное филе с овощами. Вкусно как самостоятельное блюдо, а также прекрасно подходит к любому гарниру. Куриное филе 800 грамм нарезаю средними кусочками. Добавляю 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку черного перца и 100 мл соевого соуса. Перемешиваю и оставляю промариноваться на 30 минут. А пока подготовлю овощи. 2 болгарских перца нарезаю крупными кусочками. И 300-400 грамм брюссельской капусты, у меня замороженная, она уже оттаяла. Обжариваю на растительном масле. Теперь отдельно обжариваю куриное филе. Когда оно немного обжарилось, добавляю 1 луковицу и 1 морковь. Продолжаю обжаривать. Морковь и лук обжарились, добавляю брюссельскую капусту с болгарским перцем. Добавляю пол чайной ложки смесь перцев, 1 столовую ложку паприки. Затем добавляю воды, примерно вот столько. И под крышкой тушу 20 минут. Все, блюдо готово. Нежное, пряное куриное филе с овощами в очень вкусном, ароматном соусе. Вот так, дорогие мои зрители, если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк. Желаю всем хорошего дня!